нашем университете реализуется образовательная программа магистратуры по направлению государственное муниципальное управление, направленность контрольно-надзорная деятельность. Я Парина Светлана Ивановна, руководитель данной программы. Что мы ждем от этой программы? Почему она нам интересна? Почему мы туда пойдем с вами? Ну, во-первых, обращаю ваше внимание, что речь идет о контрольно-надзорной деятельности. То есть мы готовим специалистов для работы в контрольно-надзорных органах города Москвы. Это первое. Второе. Я хочу обратить внимание, что это заочная форма обучения. То есть вы учитесь 2,5 года. То есть у вас будут установочные сессии, зимняя сессия и летняя сессия. Кроме того, конечно, у вас каждый год будет проходить практика, как учебная, так и производственная, так и преддипломная практика. И проходить вы ее будете, конечно, в органах государственного контроля и надзора. Вот на это обратите внимание. Конечно, все дисциплины, конечно, настроены на компетенции, которые вы получите в области контрольно-надзорной деятельности. Ну и преподаватели наши – это, конечно, практики, которые работают в органах государственной власти, в отделах и структурах надзорной деятельности города Москвы. Приглашаем вас всех на нашу программу. Будем рады вас видеть.